Ты еще просветитель? Пацаны, у меня мать, мама, у меня бабушка. И у меня бабушка, я у них один. В гробу я видел твою бабушку, Скотт. Трясет Саню. Аркадий, это переходит все границы. Я звоню Дмитрию. Звони, звони, карьерист. А я ему еще Тарковского включу, вот увидишь. Ты этого не сделаешь. Я это сделаю. Сделаю. И даже не Иванова детства, а зеркало. Зеркало. Я звоню Дмитрию, если ты не прекратишь. Да никому ты не позвонишь. Что ты можешь, тряпка? Ты только треплешься и боишься. Ты одно смог. Завести себе скотину. Вот и все твои достижения. Это моя невеста. А я это называю. Скотоложество. Она сама читает Ахматову. Я уже показал ей Шишкина. Аркадий Мирославович, за шиворот и выбрасывает из квартиры. Картина третья. Квартира Виктора. Кухня. Виктор сидит за столом. Вика режет хлеб. Вика, мы же с тобой разговаривали об этом. Указывает на ее яркие серьги. Вика. Значит, такой опять. Виктор грозит ей пальцем. Милая! В чем дело, дорогой? Виктор снова указывает на серьги. Сними это сейчас же. Разве ты забыла, как это называется? Ну-ка, повтори. Это называется вульгарно. Все правильно, но ты забыла еще одно. Да чего еще? Виктор встает, хватает Вику и кухонным полотенцем стирает с ее лица макияж. Бросает полотенце на пол, тяжело дышит. Совсем другое дело. Похоже на человека и девушку. Поставь-ка Бриттона. У меня был тяжелый день. Вика, глотая слезы, включает музыку. Что это? Вика молчит. Что это? Бьет ладонью по столу. Смычковые. Фука. На тему Генри. Какого-то Генри. Какого? Снова бьет по столу. Да я забыла. В кухню входит мать Виктора. Мать Виктору. Что за крик? Мама, не ваше дело! Я не допущу фашизма в своем доме. Ласка, Витя, только ласка. Витя, вымой лицо, смотреть противно. Вика уходит, мать вслед Вике. Смыла. Виктору. Неприятности на службе. Снова Аркадий. Я считаю, что тебе надо попросить другого напарника. Поговори. Я помню, к нам приходил очаровательный Николай. Его убили в августе. Хотел тебе говорить. Он пошел в парк в день ВДВ. Хотел там посвящать. Бедный мальчик. Гладит Виктора по голове, крестит его. Господи. Бедные мои мальчики. Он сам виноват. Захотел выслужиться. Не говори так, Витя. Это нехорошо. Мама, я чувствую, что все разваливается на части. И я ничего не могу сделать. Ничего. Вика безнадежна. Не говори так. У нее есть потенциал. Не утешай меня. Видимо, придется ее усыпить. Всех уцепил. Зато она работящая. И откуда-то знает, что унитаз можно очистить газированными напитками. Иди и посмотри, все сияет. Мама! Ну какой унитаз? Когда речь о культуре? Выпей валерьянку. Все бесполезно. У нас ничего не получится. Она нас передушит. А ну-ка замолчи. Тебя воспитывали не так. Где твоя твердость и вера? Твердость и вера. Это был девиз твоего отца. Мама, я просветил в этом полугодии всего пятерых. Аркаша 20. Мама, 20. У меня процент перерожденцев по общему учету 0,4. А у Аркаши 7. У меня ничего не получается. Я бездарность. А Вика, мама, выставка через месяц. А как я тут, как туда везти ее? Она чуть ли не сморкается в скатерть. У Леонида Света Цветаева наизусть читает и знает годы жизни Джотто. А я с чем приду? Все будет хорошо. Мы ее выдрессируем до
так, что все рты разинут. У нас 30 дней в запасе. Я завтра же за нее возьмусь. Правда? Расскажи лучше, что Аркадий натворил? Ерунда. Мы взяли подростка. Да. И Аркадий хочет показать ему Тарковского. Мать крестится. Господи, воля твоя. Надеюсь... Каток и скрип. Виктор, ты должен немедленно его остановить, сию же минуту. Мама, ночь на дворе. Речь о жизни. Дай тогда денег на такси. Я пешком не пойду. Откуда у меня? Сегодня. Ну откуда у меня? Сегодня пенсию носили, я знаю. Копейки. Ну тогда я не пойду. Пусть он хоть Джойса ему читает! Я пальцем не пошевелю! Мать резко встает, достает из кармана деньги, Виктор берет. А с него и Джойс станется. Он такой нефрит после той драки. Дай еще на сигареты. Виктор наматывает шарф на шею. Ты с Викой сегодня занималась? Мы поговорили о картине «Неравный драк». Есть прогресс? Ей понравилось платье небесное. Некоторое время они тяжело смотрят друг на друга. Виктор уходит, хлопнув дверью.